Главная тема телефонного разговора, который сегодня провел Владимир Путин с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Франсуа Олландом, стал украинский кризис. Лидеры трех стран, как сообщили в Кремле, еще раз подчеркнули необходимость полного и неукоснительного выполнения минских договоренностей, а также важность недопущения дальнейшей эскалации. Президент России, как сказано в сообщении, в ходе беседы выразил обеспокоенность в связи с интенсивными обстрелами населенных пунктов Донбасса со стороны киевских силовиков и сделал акцент на отсутствии альтернативы минскому комплексу. Сумер. Кроме того, Путин, Олланд и Меркель обменялись мнениями об итогах саммита НАТО в Варшаве и высказали за принятие конкретных мер для укрепления доверия между Россией и Альянсом.